Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вас ждет мастер-класс «Аппликация бабочка». Для данного мастер-класса вам потребуются ножницы, простой карандаш, клей, разноцветная бумага и картон любого цвета. Поехали! Ну что, друзья, начнем мы с того, что нарисуем бабочку. Далее мы складываем нашу бумагу. Теперь уже мы нарезаем из этого полосочку. Итак, у нас наши полоски готовы. Приступим к приклеиванию. Ну а дальше вы можете проявить фантазию, найти бусины любые, можете разукрасить фломастерами. У меня нашлись вот такие посыпки разноцветные, и я заполню нашу бабочку посыпками. Вот такая замечательная 3D бабочка у нас получилась.